Яйца, яйца, потом Чукотка, а потом Ангара. Вот эти три песни, они из нашего нового альбома. Альбом будет осенью. Я счастлив сказать... Я счастлив борзо сказать, что как бы мы не любили эти три песни, но это даже не самые борзые песни из нового альбома. Сейчас немножко выпендриваюсь, чтобы вас заманить, но, в общем, я не сильно вас обманываю, если честно. У нас сейчас блок более чем известных, ну, я надеюсь, я опять борзо сказал. Ну, в общем, следующая песня называется «В темноте».
большое. Помните, я обещал, что мы сегодня с вами будем пить много? Бензин! Угадали, бензин. А у нас, как правило, даже в нашем базовом городе, что, собственно, где мы сейчас находимся здесь, в Москве, песни «Бензин» проходят с репетициями, это больше стало традицией, но тем не менее... Тем не менее, всегда находится кто-то, кто не очень хорошо знает эту песню, поэтому, пожалуйста, давайте отрепетируем. У нас, как всегда, по традиции, тройной прогон. Итак, вы готовы? Ну тогда репетиция началась. Браво, молодцы! Теперь все, кто не знал, балкончик там, вы слышите, да? Ура, ура! Давайте еще раз. Гениально! Еще я люблю говорить так. Давайте сделаем на третьей репетиции, так, чтобы все стадионы, включая самые большие футбольные, отдохнули. Дружно-дружно еще раз.